10 килограммов. В случае успеха она будет на второй строчке, так как тяжелее, чем Оксана Сливенко. И держать, держать, держать. Молодец. Зафиксируй. Есть. Есть 110 килограммов. Светлана Шимкова. Второй подход также успешен. Ну что ж, пока наши атлетки на первой и второй строчках. Ну, еще три спортсменки не выходили на помост. Дина Сазановец, Рюйон Хэй и спортсменка из Китая Ян Мэйсян.